Здравствуйте, меня зовут Инесса Ермишкина, я бизнес-тренер и консультант в индустрии гостеприимства, руководитель учебного центра компании «Кофемания», и с удовольствием участвую в качестве тренера в учебных программах бизнес-школы RMI. И то, чем хочу поделиться, кто-то знает, кто-то не знает, я думаю, что это пригодится. Лайфхак, который касается контроля качества услуг. Все знают про тайного гостя, который появляется в ресторане, остается неизвестным, а потом мы получаем отчет. Это инструмент, которым пользуются многие и давно. Хочу посоветовать использовать инструмент «Тайный гость», «Внутренний аудит». Что это значит? А это значит, мы, как сотрудники ресторанов, которые работают вместе в одной сети, мы приходим друг к другу в гости, и на лбу у нас не написано, что мы тайный гость. Потому что если тебе нравится твоя компания, ты бываешь в качестве гостей в компании, но ты приходишь в ресторан в свое свободное время, и ты имеешь тайную миссию. Ты проверяешь качество услуг, качество еды, качество напитков. И оставаясь просто гостем, по сути дела, по результатам посещения, ты создаешь этот отчет такого тайного внутреннего гостя, который тоже является важным показателем качества работы всей команды того ресторана, в который ты пришел. И называется это внутренний аудит качества услуг. Не внешний, а внутренний. И это работает, это помогает увидеть свои достоинства и зоны развития. Так что будьте гостями друг у друга, будьте внутренними аудиторами, это работает.